Всех приветствую, всем приятного просмотра и давайте продолжать. Так, все-таки я дошел до 13 уровня, сделал себе отмычку и предлагаю в этой серии сейчас побегать по тем домам, где нам нужна была отмычка. Ага, мне нужна другая отмычка. Я помню, что где-то мы могли просто обычной отмычкой открыть. Сейчас посмотрим. Сбегать туда. Нет, не сюда, чертежи. Ага, 19 уровень, да? Понял. А тут у нас обычная отмычка. Хорошо. Тогда побежали по заданию. Вот это вот ищи и принеси. Да, прокачал немножко песика себе еще. Теперь он немножко сильнее кусается. Так что будет нам защита. Так, побежали. Побежали. Единственное, я не знаю, как выключить с правой стороны. Вот видите, рыбный суп написано, вот это рюнзак и все дела. Как его отключить, чтобы оно у меня не высвечилось? Вот это было неплохо узнать бы, но вроде посмотрел на... В этом, как его в настройках, нету вроде бы. Либо я что-то не нашел. Так, сейчас мы с вами бегим. Где мы тут бегим? Сейчас мы отсюда выйдем. Так, ничего не вижу. А, вот. Мы с вами сейчас бегим вот это вот место. Ложок. Это, по идее, будет... Ищи и принеси 13-17. Которые... Ну, сейчас посмотрим. Правильно ли мы идем. И тут где-то мы могли с помощью обычной, по-моему, отмычки открыть полицейский участок, если не ошибаюсь. Где-то здесь должен быть полицейский участок, который мы могли с вами открыть. Да-да-да, расскажешь. И нужно будет с вами мачете еще прокачать. Отлично, молодец, песик. Никто не помнит, где у нас был полицейский участок. Я думаю, никто, да? Либо дальше, где-то здесь. Да, вот это вот место. Есть, отмычку использовали, хорошо. Да, кстати, я удочку себе сделал, ловил рыбку. Все-таки удочка находилась в этом, как его, там, где мы с вами... Сейчас костру покажу. В общем, где наша удочка была. Так, все, здесь больше ничего нету. Где наш костер? Сейчас покажу, где удочка у нас. Так, давай вот сюда. Да, будем отдыхать. Вот. Нет, не сюда, а в чертежах. Вот тут у нас была с вами удочка. Так что хорошо. Не знаю, ножи нам нужны, не нужны. У нас с вами есть пёсель. Можешь сетку сделать. Хотя это же её нужно будет одевать. Ну ладно, давай. Прокачаемся. Это кто? Приманка для монстров. Не, мне такое не надо. Нажимаем на эмочку и смотрим инвентарь. Бинты. Нет, пусть будут бинты. Тут свисток для собаки. Хотя, я думаю, он пока мест нам не нужен, правильно? Может, пусть будет нож лучше. Так, вот, сетка сделана так, чтобы напоминать листву. Скрыть свое присутствие. Не надо, пусть лучше будет фонарик. Так что давай отдохнем. Сейчас у нас будет с вами ножи в инвентаре. Все, отлично. И побежали. Выполним пару заданий. А потом выберем что-то еще. Так, можно ли тут пройти? Нет, не могу. К сожалению, не могу. Так, а сюда? Погоди, надо я металл заберу. Металл мне нужен будет в любом случае. Все, шикарно. Угу, я тут тоже не могу пройти, почему? Все, прекращайте. Все, отстань. Песель, спасай. Делаем укусь, молодец. Так, куда я тут пройти? Где я нахожусь? Ага, вот здесь. Блин, а я не туда пошел.
Это мне нужно сейчас вернуться и через забор идти. Да. Увы, я не туда пошел. Ну ладно. А здесь вроде бы... Вроде бы здесь я где-то могу, да? А, не, не могу. Я думал, отмычка нужна будет. Здесь не нужна. Здорово. Блин. Столько монстров ходит. Вроде я с ними и сражался. Вроде не должно их уже здесь быть. Они здесь ходят. Все, отлично. Этого трогать, наверное, не будем, да? По себе ходит спокойно. Либо будем. Во, можем открыть. Отмычка, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, что здесь у нас? Читать. Так, дорогие Сью и Джейми. Прошлой ночью, когда вы спали, я закопал наши ценности возле дома. Это на случай, если они снова придут с обыском. Если я не вернусь, в воскресенье использую эту вещь, чтобы выкупить билет на... Угу. Так, принять. Следуйте по карте и выкопайте спрятанное сокровище. Хорошо. Мы потом обязательно это сделаем. Сначала первый квест выполним. Готовить будем. Овощи, овощи. Что мы можем с вами приготовить? Специи есть. Ага, лук 6 нужно, да, штучек? Ладно, пока мы с ничего не можем приготовить. Если еще здесь что-нибудь полезное. Так, керамика. Диван. Блин, надо имя песелю дать. Как думаете? Напишите в комментариях. Какое имя дать песелям? Угу, я не могу, потому что... Листик, да? Лишний. Так, и что еще лишнее? Чего тут у нас мало? И чего много? Блин, давай, наверное, металл выбросим. Угу. И дерево, да? Вот таким вот образом все, шикарным. Идемте выложим все. У нас же костер рядом, да, костер рядом. Сейчас мы с вами это все выложим. И побежали по заданиям. У нас, конечно, много, вы видите, что по мини-карте. Много квестов, но... На все я не успеваю бегать. Так, давай возьмем мачете. И пошли вот сюда. Угу, заблокировано. Я так и не разобрался, что с этими ящиками делать, если честно. И что от меня хотят. Если вы знаете, можете написать. С радостью послушаю. Так, цветочки не могу, не могу. Угу. Но я надеюсь... Надеюсь, что мы идем правильно. Я правильно точку поставил. Так, а у нас есть с вами... Мотыга. А ну, мотыга, мотыга, да, есть. Так. Не, я не могу. Могу. Во, смотри. Прикольно. А только у меня нету, по-моему, семян, да? То здесь я могу сажать, я понял. А жить я здесь... Ну, жить... А где я здесь же буду жить? Тут даже костра нету. Тут даже нет костра. Был бы костер, возможно, у меня был бы здесь домик. Ну, увы. Так, мне нужно дальше пройти. Дальше пройти вот... Сюда, и правильно? Да, и посмотрю. Ага, гора. Вот вверх. Так, отлично. Мне нужна лопата. Мне нужна лопата. Давай, наверное, пока мы удочку с вами уберем. Поставим лопату. Падла. Бегает от меня. Так, не, лопата. Да не. Копай. Есть, отлично.
Так, что мы тут с вами будем делать? Что от нас требуется? Нужен ли будет ли опять свисток? Ага, здорово. Ля ты, падла. Может, не стоило этого делать и открывать? Ага, сколько вас здесь много. Так. Угу, или стоило? Хорошо, хорошо. Собаки, спасай, помогай. Хулиганы зрение решают. Есть, отлично. То есть мне нужно вот тут вот нажать, да? Ну хорошо, давайте и с ними тоже разберемся. Со всеми попробуем. Песель, спасай. Падлы, Джона Вика на вас нету. Так, отстань, отстань, отстань. Может побегать просто, пока мисс Собакин разберется. Но это будет долго и нудно, да? Блин, ну ты молодец, заслужил косточку, придем домой. Дам тебе косточку и кусочек мяса. Так, привет. Ты такой умный, открыть. Ага, железный ошейник. Так, шипастый ошейник для вашего питомца. Урон, наносимый домашним животным. Ближнем бою плюс 2. Окей. И я могу сейчас тебя сделать. Я сделал такую штуку. Телепорт. Где она находится? Вот. Нет, не сюда. Вот, телепорт находится. Смотри, я когда буду нажимать, я отправляюсь в то место, где мы можем с вами это крафтить. Только не здесь, да? Хорошо, сейчас вернемся домой. Сейчас как раз хочу посмотреть, что это за ошейничек такой. Все, отправляемся. Привет. Нет, не сюда. А где же этот ошейник мы можем делать? Погоди. Подготовка. Это у нас что такое? Блин, где-то ж мы могли с вами делать этот ошейник. Вот это единственное, я не помню, куда нам нужно бежать. Так, уйти, уйти. Нет, не то. Так, игрушка. Ну, явно не игрушка, явно это не то. Я не помню, где я крафтил это вот все. Так, использовать. Шикарно, косточка. Так, ну это камуфляжная сетка. Нет, спальный мешок. Шкуры, не знаю, шкуры нам нужны еще будут. Что по поводу сумки, ткань, не, шкуры не нужны. Туда спальный мешок улучшаем. Все, отлично. Отлично, отлично. Это мы домой? Нет, это я здесь уже был. Я реально не помню, где... Где находится эта штука для крафта? Ну ладно. Не здесь, так не здесь. Давайте выполнять следующее задание. Побежали домой. Так, выходим. Может, в следующий раз сделаем ошейник. Что я хотел? Я хотел посмотреть. Ищи 1188. 1188. Так, это здесь? Нет. Где у нас 11? Тут 14. Блин, а это вообще где-то... Ага, 1188. Это вот сюда. И как мне туда пройти? Я таки извиняюсь.
Наверное, куда-то наверх. Надо будет сейчас посмотреть. Может, реально наверх куда-то нужно будет пройти. Так, смотрим. Здорово. Как ты? Нормально? Самое главное. Тихо-тихо-тихо, я ж хилюсь. Собака, помогай. Помогай, зайчик. Слышь, а вас тут не сильно ли много, а? Скажи мне, пожалуйста. Сделаю я ошейник для собаки. Будете вы у меня потом. Бедные. Так. Что здесь у нас находится? А, я понял, что здесь находится, ребят. Это мы сейчас тут с вами зачистим и сможем тогда открыть эти ворота. Все, и тогда сможем открыть эти ворота, я понял. Хорошо, ёб твою, блядь. Бля. Ты чё, дебила кусок? Отстань. Все, отлично. Сейчас мы разберемся и откроем здесь ворота. Они будут на постоянной основе у нас открытые. Хорошо, отлично. Еще один. Так, песель, ты мне помогаешь, либо чисто мешаешь? Что мы делаем? Мы возвращаемся назад и открываем дверку тут. Либо мы следуем с вами дальше по заданию. Давайте, наверное, дальше по заданию. Я так думаю. А потом уже сходим, откроем, да? Ага, нам нужно вверх и влево. Так, привет. Как ты? Ой, молодец, умничка. Хороший мальчик. Надо куда-то сюда. Здесь все закрыто. Здесь, к сожалению, все закрыто. Читать. Хорошо. Значит, нам в эту сторону. Единственное, не понять, почему мыльная картинка такая. Может, из-за того, что ночь? Может быть. Как думаете? Блин, у меня уже места нету, чтобы все собирать. Здорово. Ага, понял. Так, сейчас мы победим его. И пойдем дальше. Все, умничка. Нужно будет, наверное, по-любому что-то выкинуть, потому что... Все не влезет в наш инвентарь. И главное, что здесь был проход. До побачення. Здесь у нас что? Здесь у нас обычный жилой дом, да? Угу. Ну, в телевизоре электроника там есть. А у меня места уже нету для этой электроники. Так что уже, в принципе, не важно, что там есть, либо нету, да? Так, песель. Хорошо, и да, и на левую. Так, а можно по одному? Я понимаю, что вы толпой все крутые всегда. Можно ли по одному? Надо будет посмотреть по поводу собаки и еще ее прокачать, чтобы она по 50 где-то сносила, и тогда будет вообще отличным. Так, что у нас здесь? Здесь у нас металл. Угу, ну нам прямо. А тут, по-моему, пройти нельзя, или можно? Надеюсь, что можно. Главное, сейчас тут... Главное, сейчас тут не откиснуть, чтобы потом не возвращаться за этими вещами. Так что будем аккуратно проходить. Во, 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 молодец, умничка. Где наша лопата? Вот наша лопата. И отправляемся. Сейчас должны будем с вами выполнить задание. Блин, там еще кошка должна быть у нас, по идее. Как думаете, дадут ли нам
кота. Ну, я не знаю, стоит ли брать кота. Мне и собака, в принципе, нравится и устраивает. Это кто смеется так? Противно. Ага, собака. Собака-барабака. Ёб твою. Ля, шо твор... Ты шо... Ты... А, фу, я думал, мы сейчас назад отправимся. Жесть. Жесть, я реально думал, мы сейчас назад с вами отправимся. Блин, я застрял. Я застрял. Так, отстань. Собака, помогай, пожалуйста. Так, ну с этими попроще, да, уже будет, надеюсь. Не? Не попроще. Давай, грызи. Пас. Взять, давай, хороший мальчик. Куси, дядя, куси, давай. Вот тут так, умничка. Ууу, блин, а что это такое? Это дверь, когда открывается, либо... Либо я не могу понять. А как мне, я таки извиняюсь, к вам пройти? Здорово. Привет, Андрей. Кто это ржет так противно? Блин, а мне сюда нужно будет, да? Ага. Ладно. Открываем. И потихонечку ждем, пока мест нам собакин поможет. Он нам не помог. Ладно. Хорошо. Ля, ты падла, а ты ничего так... А ничего, что ты так... Алло, а что ты такой быстрый? Дебила кусок. Ну что это за бред? Ну почему оно такое быстрое? Хорошо, давай ломик в руки возьмем. Попробуем ломика его мэкнуть. Все, отлично. Отлично. Жесть. Так, кусай, пожалуйста. Пожалуйста, кусай их. Падла. Давай, делай кусь. Делай кусь. Нет, ты не возле меня бегай, делай кусь. Молодец, умничка. Сейчас нужно будет повторить все то же самое с вот этим вот крикуном. Так, и... Да твою ж... Угу. Ладно. Ржешь, да, падла? Блин, так мне сразу половину хп сносят. Вот реально не хочется матом ругаться. Ну что это за бред? Ну как мне с ними бороться, если они мне сразу половину сносят хпшки? Иди кусай их. Давай, иди кусай. Блин, не знаю, ну бегать только придется. Ага, как тут побегаешь, если они бросаются вот этой вот хренью, падлы? Попал все-таки. Все-таки попал, да? Надеюсь, ты доволен собой.
Ребят, будет столько попыток, сколько будет попыток. Ну, то есть, все честно, показываю так, как оно есть. И что вас ждет. Угу, и сразу половину нету хп, даже больше. Не, я тут не справлюсь никаким образом. Ладно, давай откисать. Давай откисать. Так, отлично. Собака. Собака-барабака. Давай, 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 помогай. Помогай, 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 пожалуйста. Ничего страшного, ничего страшного, нормально. Еще чуть-чуть. Все, шикарно. Есть. Падла. Вот таким вот образом, хорошо. Я здесь пройти никак не могу. Ладно, делаем вот так вот и... Есть. Алло, алло, алло. Да ну какого... Как же у меня горит от этого. Этого сейчас загорит, если бы вы знали. Собака. Спасай, пожалуйста. Пожалуйста, спасай. Потому что не хотелось бы удалить сейчас игру. А я человек простой. Могу сейчас и удалить ее. Угу. Отстань, пожалуйста. Ну, ты подойди ближе, ну ё-моё. Есть. Кусай, 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 кусай. Падла, попал всё-таки. Всё-таки попал. Что это такое вообще? Не знаю, что это нам дает. Так, нужно делать раз, раз, два и три. Все, уходим. Помоги, пожалуйста, укуси ее. Кусай, 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 кусай. Так, не расслабляемся, не расслабляемся. Еще один. Еще один есть. Вы видите мою хп? Это просто... Просто забей, да? А ну? Кусь, сделай кусь. Ё-моё, сколько вас тут много. Уходи, уходи, уходи. Жесть, пожалуйста, можно мне пройти? Да, да, да. Наконец-то. Что это такое? Финский шпиц. А я не хочу этого шпица делать. Меня и мой собаке настраивает. Жесть, мы это еле прошли. Я реально не хочу шпица делать. Меня, не знаю, меня... Мой собакин вполне устраивает.
Конечно, мы сейчас телепортируемся туда, посмотрим, что там вообще нам предлагают. Так. Have you missed us? Sorry for not introducing us. How rude. Barbaric. We are Osiris. We are Osiris. Our intelligence cannot be matched. Don't even try. How cute you thought you could try. But back to seriousness. We have a treat for you. Forge yourself a sonar toolkit. You can use it to find all things buried underground. Such a primitive human tool. Very crude, but it works. Try it. Так, попробуй. Угу, скорость бега. Так, ловкая. Волосистая и похожа на лису. Блин, а я не хочу. Меня и это устраивает. Так, давай. Сделаем, окей. Ну хорошо, давай создавать. Шпиц. Давай посмотрим. Инвентарь. Питомец. Так, шанс уклониться 5%, урон наносимый. Скорость бега плюс 3. Ну мне скорость бега не надо. Не, я не поменяю свою собаки на кого-то другого. Идемте. Идемте, давайте смотреть, что у нас тут по заданию. Так, изготовьте комплект подземного. Угу. Что у нас тут за телепорт? Че оно тут светится? Так, телепорт. Хорошо, почему оно вот этим вот восклицательным знаком здесь светится? Что-то меня хотят. Вроде мы выполнили, да? Таинственные отблески. Смотрите, три различных обелисков. Хорошо, исследуйте аномальный сигнал. Давайте смотреть, что здесь. Аномальный сигнал. Хорошо. Как нам сюда пройти? Угу, а пройти нам можно будет вот сюда. И хорошо, идем посмотрим, что там за аномальный сигнал. И опять же, я жарю, я собаки на менять не хочу. Меня вполне все устраивает. Так, что? А, мы можем тут рыбу половить, да, с вами? Давай наловим рыбы. Потом приготовим какое-то блюдо. Выберем лопату, удочка. Где наша удочка? Вот это. И сейчас, секундочку. Здесь мы с вами делаем, наверное, ножи. А здесь у нас что будет? Так, прочная жевательная игрушка, с которой ваш питомец может играть. Если ее бросить, животное будет гоняться за ней. Прикольно. То есть надо ждать на месте, пока вы снова не посвистите свисток. А давай попробуем. Взять. То есть эта штука бесконечная, да? Понял. Хорошо, давай ловить рыбу. Рыбу мы ловим просто так. Садимся и ждем, пока мясь оно поймает. Ну, то есть тут оно автоматом идет, что мне нравится. Вот таких вот рыбок мне нужно 6 штучек. А точнее еще 4, если поймать. Найти картоху, морковку и приготовить рыбный суп. И чтоб вот эта штука исчезла у меня с экрана. Потому что реально она муляет. Не знаю почему, но она меня муляет. Блин, я не помню по поводу продвинутой отмычки. На каком уровне было у нас? На 19 вроде, да? У нас пока мисс 13. Так, хотел на мини-карту нажать, но, по-моему, если я сейчас нажму на мини-карту, то он просто встанет. Давай проверим. А, не, не встанет. Так, у нас костер рядышком тут есть. Надо будет, наверное, сходить к костру. Выложить все вещи вот эти. Тем более, я не знаю, что мне нужно будет сейчас выложить. Наверное, ткань скинем, да? Ну, либо ягоды. Ягоды, наверное, и мясо скинем, а рыбку заберем. Ну, либо ткань скинем. Сейчас посмотрим. Да, он сейчас будет ловить, пока не скажешь, что все, в этом пруду больше рыбки нету, и можете отправляться в другое место. Угу, мне нужно еще две.
две селедки. Ну, давай. Хорошо. Можно даже лечь поспать, а с утра уже идти. Ага, все. Похоже, здесь больше ничего нету. Хорошо, давай скинем с тобой сейчас ягоду и мясо скинем. Заберем рыбу. Побежали к костру. Побежали к костру. Скинем все наши вещи. Так, не, ребят, отстаньте, пожалуйста. Отстань. Так, а где костер? Где-то же вроде... Ля ты, крыса! Маленький приставать, да? Где костер? Я вообще не туда пошел, да? Угу, хорошо, давай. Идем к костру. Ну все, 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 отстаньте, пожалуйста. Достали. Где наш костер? Вот наш костер. Хорошо. Давай все сбросим. И отправимся вот сюда. Да? Побежали. Не-не-не, отстань, пожалуйста. Ну нормально же общались, значит, ты начинаешь. Так, надеюсь, мы сюда и пройдем. И не упадем сейчас в реку. О, забираем мясо. Давай смотреть, по-моему... Угу, не туда. Тогда давай, чтобы я точно понимал, вот сюда. Бежим. По краю, да, получается, нам вот сюда и нужно по берегу идти. Не знаю, зачем нам ягоды, если честно. Так, что у нас здесь? Были мы здесь, либо не были. Ага, все, нам вот тогда в эту сторону. Отлично, побежали. Так, стопы. Понял. Будем тогда вот таким вот образом делать. Чтобы точно не заблудиться. Блин, а я поспать хотел. Я реально хотел поспать. Ага, и у нас тут рыбка есть, да? Так, давайте, знаете что? Я, наверное, сейчас сяду, половлю еще рыбки. На этом мы серию с вами закончим. А в следующей уже отправимся... Где оно тут? Вот сюда. Посмотрим, что это за аномальный сигнал. Как раз залутаем с вами город. Посмотрим, что это за лодка. И попробуем повыполнять еще какие-то квесты, чтобы прокачаться до 19 уровня. Чтобы могли с вами сделать супер отмычку. И плюс нужно будет потом вышки понаходить, поисследовать вот эти вот все комплексы. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до следующей серии. Все, всем мур-мур.